Вот и наступила долгожданная весна. По крайней мере, по календарю. И тем более приятно, что в преддверии весны мы отмечаем свой любимый праздник 8 марта. И поэтому сегодняшний выпуск мы посвящаем вам, дорогие женщины и девушки. Ни для кого не секрет, что в преддверии любого праздника у женщин возникает огромное количество вопросов по поводу своей внешности. Ах, эти женщины, вечно они недовольны собой. Мы и так их любим, скажут мужчины. Но интересно, догадывается хотя бы один из них, сколько стоит нам хлопот наша привлекательность? А пока наши девочки сидят на диетах и занимаются шейпингом, мы танцуем брейк-данс. Привет всем бибоям! С вами снова наша рубрика «Уроки брейк-данса» от команды InLife. На сегодняшнем уроке мы попытаемся вам показать и рассказать о таком направлении в брейк-дансе, которое называется Power Move, и рассмотрим его базовый элемент, который называется геликоптер. Power Move – один из сложнейших видов брейкинга, то есть нижнего брейк-данса. Он представляет собой набор силовых движений. Основоположниками данного стиля стала легендарная группа Rocksteady Crew. Основными элементами данного стиля, то есть Power Move, являются Swipes, 99, Match Mills, промокашка, краб, черепаха, кручение на голове. А визитной карточкой этого стиля является геликоптер. Перед тем, как вы попытаетесь повторить то, что мы сегодня вам покажем, необходимо сделать ряд упражнений. Потянуть ноги, размять кисти и разогреть свою спину. Если вы хотите хорошо научиться делать геликоптер, вам сначала надо хорошо научиться крутиться на спине. Закручивая тело, ноги соединяешь, скорость увеличивается. Вообще, ноги могут быть в разных вариациях. Могут скрещенные, могут быть выпрямленные. Главное, чтобы хорошо закрутиться.
Вот так смотрится в оригинале. После того, как вы научились крутиться снизу, можно попробовать заходить сверху. Главное хорошо махнуть ногами и скрестить их. После того, как вы научились хорошо крутиться на спине, можно уже приступать непосредственно к самому гелику. Встаешь на руку, упираешь руку удобнее в бок, чтобы было удобно. Закручиваешь ногу, набираешь скорость и закручиваешься. Встаешь в такое же положение и повторяешь. Главное держаться хорошо на руке и махать ногами. В оригинале гелик смотрится вот так. Нет. В оригинале геликоптер смотрится вот так. Если у вас возникнут пожелания или какие-нибудь вопросы, вы можете писать нам по адресу Ярославская, 50, молодежная студия Угличского телевидения, с пометкой «Уроки брейкданса». Все, пока! Красота – это страшная сила. В нашей повседневной жизни случается много курьезных ситуаций. Мы часто совершаем поступки от винта, не задумываясь о последствиях. Порой мы напрочь забываем о хороших манерах, хотя не лишним было бы порой о них вспоминать. Нужно уметь не только выбирать подарки, но и получать их. Тем более, что завтра каждый из нас предстоит пройти это трудное испытание. Обычно подарок сразу освобождают от упаковки и разворачивают непосредственно перед дарителем. Отложить пакет в сторону и открыть его только после ухода дарителя послужит грубым нарушением правил. Это не просто неучтиво, но может рассматриваться как знак неблагодарности. Часто бывает, что преподнесенный вам подарок просто не нравится или не подходит вашему стилю. Но в этом случае стоит вспомнить старую поговорку, что дареному коню в зубы не смотрят, скрыть свое разочарование и найти слова для благодарности. Подаренные цветы нужно немедленно поставить в вазу. Их еще в меньшей степени, чем другие подарки, можно откладывать в сторону. С течением времени некоторые подарки выходят из моды или становятся неактуальными. Что же тогда с ними делать? Спрятать в кладовку и забыть? Или подарить кому-нибудь другому? Нет, последнее должно быть точно исключено, потому что может случиться так, что когда-то подаренная вами вещь вернется к вам снова. Смешно?
Да, но только никогда это случается с вами. В этот счастьем обласканный час поздравляем вас сердцем и словом. Пусть смешинками снова и снова золотятся огни ваших глаз. Вот и подошел к концу праздничный выпуск «Лестницы». И как всегда, прощаясь, мы говорим вам: пишите, звоните и приходите. Наш адрес: улица Ярославская, 50, офис 227, телефон 215-17. Пока!